Прекрасно. Идем с Викой гулять. Да, Папаневич? Живем. Вала. Я в прошлый раз не получилось много снять. Видимо, что-то с зарядкой в автомобиле. Целый день смотрел YouTube в своем грузовике. Эзотерикой не следил, конечно. Илюх, фиг! Злой пес. Фиг! Иди сюда. Идем зрителям покажем магнолию еще раз. Когда солнце уже светит. И сакуру. Пошли. Вот такая вишня выросла у нас. Мой пес бегает. Фиг! А здесь еще одна вишенка. Рядом с магнолией. Фиг. Пошли, Фикас. Молодец, хороший. А здесь травку косят. Вон он ходит. Хотел вам там цветочки показать красивые. Но уже мы не пойдем туда. Фикас, стой. Хочу вам грибочки показать. Грибы. Вот так вот грибы растут на дереве. Блин, а он как раз эти цветы и порубал все. Смотрите, там такие звончики называются. Он их косит. Хотел вам показать. Не, оставил немножко. Но мы туда не пойдем. Пойдем лучше в другое место. Фиг! Илюх, ты тут? Молодец, собака. Пошли дальше гулять. Как травой пахнет вкусно. Свежескошенной. Погнали, погнали. Жаль, тут вот очень много было ромашек всяких,
одуванчиков сейчас пооставалось только совсем мало. И вот этих вот голубеньких было очень много. А, за пару дней опять все вырастет. Собакин ждет меня. Вот, тут еще не покосили, вон сколько этих цветочков растет. Красиво. А тут россыпь желтых цветов. Так, а вот здесь под елкой фикас. Под елкой вообще какие-то анютные глазки, что ли. Вот такой вот растет. Красивая. Просто под елкой выросла. Я вот хочу попробовать, как Сашка япончик из Одессы. Все подряд снимает. И все его смотрят. И я его тоже смотрю, но он про Японию рассказывает, а я про Словению. Сашке япончику привет. Я из Херсона, например. Вот такие простые ромашки. Но какие-то они невероятно красивые. Фикас. И тут эти глазки растут. Филька их поливает. Молодец, пошли. О, и тут. Это у нас были дожди больше недели. Пасмурно лило. А сегодня первый день солнечная погода. И прям буйство роста цветов какое-то началось. Завтра вообще солнечный день. Дети на площадке играют. А я живу вон в том доме высоком. Вот в этом. Справа. Сколько мы там живем? Уже третий год. Филька самостоятельный, сам бежит. Это не я его, а он меня на прогулку выводит. Вот. Тоже ромашки цветут. Вовсю. Сейчас их покосят. Тут целое поле. Опа, Филька конкурента увидел. Молодец. Да, нехороший был пес. Стой на месте. Убежал твой пес, нехороший. А здесь вот такие красавцы. О!
Филькины друзья прибежали. Так, пока Филька занят, идемте, я вам покажу тюльпаны. Может, кому-то и странно, но я уже привык. Вот так вот могут расти. Никому они не нужны. Никто их рвать не будет. Такие здоровые. Капец. Вот моя рука. Вот так вот просто растут. Никто их не рвет. Так, Филюха друзей своих отпустил. О, покажу вам еще одно дерево. Сейчас подойдем поближе, вон то. Опа, папа ребенка, сына ругает. Строгий какой. Подошли поближе к этому дереву. Ну, красота. Красивая очень. Цвет насыщенный, пчелки летают вокруг, красота. Филюх, пошли. Даже вот просто листья, кустарник. Цвет какой-то, ну прям неземной, слушайте, прям светится все, смотрите, это ж вот природа, вон точно такой же цветок, кустарник. Пошли дальше. Филюх, веди нас. Дети играют в школе. Это сегодня пятница. Школа тоже вся в цветах, смотрите, все в цветах. Надо Филюхи надо гонять. Вон он, собаки. А здесь у нас вот такая аллея. А по бокам растут кленовая аллея. Тенек здесь такой хороший летом. И вот в сторону от аллеи, нате, пожалуйста. Тоже подобные цветочки, но уже темнее. Вот такие вот.
красавцы. Весна. А сегодня 21 апреля. Тут уже все пострижено. Пару дней назад вроде стригли. Не, еще до дождей стригли. Так, пройдем дальше. Собака отдыхает. Фик увидел друга там. Надо поздороваться. Фиг, нельзя. О, прикольный какой. Не, нам такие друзья не нужны. Вот еще такое дерево. А не, это магнолия, по-моему. Не, не магнолия. Сейчас мы ближе подойдем. Фиг, иди сюда. Филька уже язык вывалил, жарко ему. Там мне тоже жарко. Вот какое дерево. Красотень какая. О, устал бедный собака. Пчелки. О, тюльпаны. Тюльпанчики, тоже цветочки всякие разные. А вот это бархатное, это какое-то лекарственное растение, я знаю. Звончики. Клубника уже растет. Вон там магнолия. Сейчас идем смотреть ее. Так, где мой собакин? Вот он. Ну, такая маленькая магнолия. Ух, сколько цветов. И магнолия. Сплошные цветы. И тут такое деревце красивое.
Поворачиваем к дому. Скоро дождь будет, похоже на то. У нас во дворе тут еще военный объект даже остался. Дот, лицот. Идите. Вот он. Жаль, камера запахи не передает. Такие запахи невероятные, цветочные. Вот когда солнце, совершенно другие цвета, смотрите. Как сияет листва. Это просто листья. Обалденно так сияет. Такие пушистики красивые. Вообще. А пахнет как, о, вкусно. Вот, вчера здесь постригли. Уже цветы повылазили новые. Звончики выжили немножко. Идемте почитаем, что там написали. Ну, понятно. Не рвать, цветы не рвать. Как будто бы их кто-то рвет здесь. Наверное, были прецеденты. Так, вот эти дома, где мы живем. Ну, дом. Вот это. А вот этот цветок. Но только большой. А вот фильке жарко. Фикас. Вот такой молодец хороший, да. Вот такой молодец хороший, да. Надо же всех клопов пособирать. Да? Пошли. Продолжаем прогулку с Филюшиком. И тут такие чудесные цветочки. Илюх, нам сюда. Пошли. Фиг.
Вот такие еще цветочки. Красивейшие. Красота. Ну вот мы кружок сделали с Илюшиком. Идем обратно домой. Ключи я забыл. Забыл ничего. А тут открыто. Фиг. Иди лопушник вытирай. Фикас. Фиг. Фиг. Ну фиг. Ну вытирай лопушник. Фиг. Ну иди. Вытирай лопушник. Фиг. Вытирай. Ну вытирай. Вот такой молодец. Вот такой молодец. Поуговаривать надо его, конечно. Так, ребят, до следующих встреч.